Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами присутствуем на стадионе пляжных видов спорта в Москве, в Строгино. Стадион «Янтарь» приветствует всех, кто имеет непосредственное отношение к пляжному футболу. И сегодня здесь, помимо мужской части соревнований мужского чемпионата России, который уже добрался до стадии суперфинала, мы с вами наблюдаем также и за женским чемпионатом России этого сезона. От команды 10 номер. Наталья Малиновская. Так, а что здесь у нас? Удар поворота, мощнейший удар в исполнении 13 номера Спарта. И Спарта выходит вперед. 1-0 в этом матче у нас. Спарта повела. Удар поворотом, неприятно. Но дважды забила, без разбега буквально. Удар, кады. Момент опасный, и влетает мяч в ворота. Не знаю, рикошет, автогол ли это будет, потому что мяч, конечно, летел в сторону сетки. Хороший удар. Попал в руку. Опять Сера, но здесь неудачно. Она уже играет. А на добивании. На добивании первая Ирина Правдина. 1-2. Какая сейчас была, наверное, минута, либо две минуты. Очень активный отрезок в исполнении, в принципе, и Спарты тоже. Но в основном, конечно, здесь Альфа нахватала моментов. И сейчас Ирина Правдина. Проход получается, удар поворотом, и мяч, как мне кажется, летел в нижний угол, если бы не Самаро. И Карибская на песке, пляжный... Как будто регби, даже не футбол, здесь команды... Нам показывают, игра продолжается, момент, и в итоге гол. В итоге мяч оказывается в воротах. Анастасия Коломиец с передачи Марии Задорожной. Счет в этом матче сравнивает. Задорожная молодец, конечно, оценила все здорово. Во-первых, сама больше всех боролась. Вот здесь, посмотрите, она сделала паузу. Вот тут посмотрела и прям в разрез на Коломиец мяч отправляет. И... Хороший удар, 3-2, счет становится, и это снова Мария Задорожная, снова потому что в предыдущем моменте она стала автором голевой передачи, ну а сейчас она блестящей головой переправляет мяч в сетку, улыбается, естественно, Маша, ну а как не улыбаться, за минуту игра просто переворачивается. Разобралась она с соперником. Самородова бьет низом и забивает. Самородова. 4-2. Неплохо. Стеночка, правда, не проходит. Стенка у Спарта здесь, но задумка понятна была. И неплохая она была. Удар поворотом, 5-2. Все, в этом матче Альфа набирает 3 очка, контратака, и в итоге, в результате этой контратаки, Наталья Малиновская, ну, может быть, не ставит финальную точку в этом поединке, но уж точно исход этого матча уже ясен. Поздравляем Альфу с выходом из группы. Ну и, кстати говоря, поздравляем и Ниву таким образом, так как Нива тоже благодаря этому результату в этом матче попадает в полуфинал. Ну а кто станет командой номер один в группе Б, мы узнаем уже завтра.